Ребята, фотографии получились отличные, но мне что-то захотелось заснять небольшой обзорчик, показать эту старенькую иконку в бронзовом исполнении, совсем таких вот небольших размеров, она как складень. И еще у меня есть такие предположения, что она внутри золоченая. Значит так, ребята, вот смотрите на эту красоту. Вот это ушечко. Вот завесики. Вот видите, виднеется вот как позолота. Позолота как будто покрыта, как будто бронза, покрытая позолотой, покрытая еще чем-то. Ну, такая хорошая такая вот. Даже, я не знаю даже, как ее, что, какие слова подобрать правильно. Она просто завораживает. Посмотрите, сейчас вот давайте по одной дверке буду открывать. Вот открывается дверька раз, как ставня. И вторая. Вот, смотрите на эту красоту. Все святые. Вроде как Николай, да? Может быть, и Николай. Николай Чудотворец. Что-то написано, но прочитать что-то мне не получается. Вам видно, да, эту красоту? Я ж замер. Ха, класс. Обалденная, обалденная, шикарная работа. Размерчики. Все указал, все показал. Красотища. Оп. И закрывается.